Здравствуйте, все любители красивой музыки, и с вами Павел Клён, и вы смотрите канал 6 струн ТВ. Сегодня я покажу вам, как я играю мелодию песни «Русское поле», и приглашаю вас разучить эту красивую композицию играть на гитаре. Вот как звучит это в моем переложении. Эту песню я играю в тональности ми минор. Ставим аккорд ЕМ, естественно. И играем такую фразу. Шестая, пятая и четвертая вместе щипком. И потом четвертая только отдельно. Потом играем четвертую. Пятый лад, четвертый лад и второй лад. Ставим аккорд С, пятая и все остальные. Потом вторая на третью, вторая на первую. Ставим аккорд Б, без мизинца, пятая и вторая. Пятая, вторая, потом четвертая, третья, вторая. Дальше ставим аккорд ЕМ и шестая, третья. Третья, вторая, первая. Потом аккорд АМ и мизинчик на третий лад. Первая открытая, первая на третьем. Ставим аккорд D7. Четвертая и остальные три нижние струны. Первая открытая, первая на втором. И ставим аккорд DM, тоже с четвертой. Без первой струны. Ответ первая. Первая, вторая. Шестая. Пятая, четвертая. Потом вторая на третьем. Первая открытая. Первая на первом. И ставим аккорд опять АМ. И с пятой струной мы играем первую. Потом Б. Делаем арпеджио. Пятая, четвертая, третья, вторая. Теперь мизинчик стоит на первой струне на втором ладу. Мы играем его на втором, на третьем, на пятом. И ставим аккорд ЕМ и первая струна на третьем. И первая открытая, но уже с пятой на втором. Потом шестая, первая, вторая.
Теперь третья на втором. Теперь третья открытая. Третья на втором. Вторая открытая. И ставим аккорд АМ, но вторая струна при этом зажата на третьем ладу. Третья, четвертая, пятая. Вторая на первом, третья открытая. И теперь ставим аккорд Б без мизинца. Пятая и вторая. Теперь третья на втором, третья открытая. И аккорд ЕМ, три басовые струны. И теперь мы играем нижний. Шестая, три нижние, потом пятая на втором, и опять шестая. И продолжаем вторую часть темы. Шестая и вторая три раза. Третий раз только с пятой. На первый лад вторая, потом опять открытая. И ставим аккорд Б, семь. С пятой. И заполняем. Теперь ставим аккорд вот такой опять Б без мизинца. Пятая и вторая с третьей. А теперь шестая на втором. Теперь вторая на первом. Вторая открытая. И аккорд ЕМ. Заполняем пустоту второй и третьей струной. Опять. Ты со мной моё. Теперь ставим аккорд АМ. Только вот такой вот. И мизинчик тянем на четвертую, на четвертую. Потом пятая открыта, опять мизинчик, опять Б, пятая, третья, четвертая, потом вторая открытая, теперь четвертая на четвертую и третья открытая с аккордом ЕМ. Дальше опять продолжаем. Здесь отчизна моя. На аккорде Б первая на втором. Сначала бас. Потом бас сюда. Перемещаем. И мизинчик на третий лад. Теперь С. Теперь ставим аккорд АМ. Пятая. Сначала пятая, потом остальной аккорд звучит. Теперь шестая на втором. Вторая на третьем мизинчик. Вторая на первом. Аккорд ЕМ и вторая открытая. Вторая открытая, третья, четвертая и шестая. Потом вторая на первом. Вторая открытая. И делаем такое маленькое баре. Пятая, четвертая, третья. Пережимаем. И четвертая на четвертом. Пятая на втором, третья открытая, четвертая на четвертом. И ставим аккорд ЕМ. Пожалуйста, разбирайте, не спешите. Все песни, тем более такие сложные, большие по объему, разучиваются кусками. То есть вы взяли какую-то фразу, и вы ее разучите, прям запомните досконально. Потом берите следующую. Потому что если вы начнете всю песню подряд запоминать, то вы сразу будете ее и забывать.